Так, всем привет, с вами Сергей. Сегодня я буду делать видео о вот таком вот красивом диване, да, вот такой диван. Это видео будет посвящено тем, кто стоит перед тем, какой же диван купить, да, вот какой диван люди вот думают. Вот я вот то же самое, долго думал, вот какой диван купить в комнату, вот в эту комнату, да, какой же мне диван купить. Я перелистал кучу журналов, кучу бумаг, кучу газет, кучу интернета перелистали мы. В общем, и все-таки остановились вот на таком вот диванчике, да. Диван вообще-то двухместный, да, вот такой двухместный. Сразу скажу, двухспальный, да. Это как бы считается семейный диван. Он раздвигается, раскладывается, да. Привезли мне его в разборном виде. Очень легко собирается, буквально вот боковые вот эти вот спинки, да, просто вставляются. Сзади буквально надо прикрутить два болтика от кровати и поставить заднюю часть, там заднюю планку. И ваш диван будет в сборе, да. Сейчас я вам буду показывать, как он раздвигается, на что он способен. Этот диванчик, так как сказать, диван-трансформер, да, такой. Вот. Цвет мы подобрали вот такой вот салатовый, так как у нас вот люстра здесь вот такая салатовая. Не знаю, сейчас вот немножко видно, да. Такая люстра, вот я тут когда делал ремонт, вот полосочки такие нарисовал на этом, на шкафу, на дверях шкафа, да. Вот. Вот. И выбрали мы все-таки вот такого цвета диван, да. Ну, что я могу сказать о этом диванчике, да, о этом вот диване. Вообще-то этот диван рассчитан на комнату с маленькой квадратурой, да. Вот у нас здесь эта комната небольшая, да, и вот мы выбрали именно ее, его вернее, этот диван, так как он и по параметрам, и по габаритам, как сказать, да, подошел, как говорится, вписался 100%. Вот, сейчас рассмотрим немножко вот так сбоку, снизу сверху, потом я покажу бумажки от него, скажу, сколько он стоит, что за материал, где я покупал и так далее, да. Вот, вот так вот сбоку мы можем посмотреть, пожалуйста, да. Вот здесь вот какие-то такие навороты, да. Вот, материал это такой плотный, стирающийся, ну, для того, чтобы стирать его. Вот. Потом вот здесь тоже. Ну, это как? Это просто получается как наворот. Наворот такой, да. Вот. Диванчик очень даже мягкий. Вот, смотрите, даже подушечки вот так вот снимаются, вытаскиваются, да. Вот. Потом вот бумажки у меня тут лежат, приготовленные специально для того, чтобы я вам показал, откуда он и что он и как он, да. В общем, расскажу, чье производство. Этот диван, короче, называется, как он называется? Сомма, да, этот диван называется Сомма. Вот мы его когда покупали, нам дали вот такую брошюрку, и там цена на нем, характеристики и так далее, да. В общем, длина этого дивана 2 метра, ну пускай 1,90 м, да, вот я просто, у меня нету метра с собой, может здесь написано, но я сейчас, ага, есть, вот. Длина этого дивана 2 метра и 5 сантиметров. Потом, я так понимаю, 86 это высота. Вот здесь вот высота, вот это вот. Вот здесь вот, не знаю докуда, вот до сюда, с пола и до сюда, и либо просто, наверное, до сюда, да, 86 скорее всего. Вот. И 1 метр у нас получается как это место, где мы сидим, да? Глубина, так сказать. Вот.
В общем, диванчик отличный, показал себя, мы уже им пользуемся буквально около месяца, да, но я только вот сейчас решил вам показать. Просто пока еще он новый, да, еще можно сделать какой-то видеообзор, и люди посмотрят, может быть, даже и себе такой закажут, потому что я сам столкнулся с такой ситуацией. В принципе, ничего такого подходящего в интернете нету. Вот, обыскал все, что можно. Даже такого дивана нету. Вот. Единственное, что на сайте этой фирмы, которая делает эти диваны, вот там мы что-то подобное нашли, и то фотографии не было. В общем, но мы его покупали в магазине именно от этой фирмы. В общем, размеры я сказал, да. Качество хорошее, туда-сюда. В общем, что еще сказать по дивану? Диван из Италии, он итальянский, это полностью итальянская сборка. Вот. Но я вам сразу скажу, он не дешевый. Цена его 1590, представляете? Я считаю, это дорого, в принципе, да? 1590 евро, это дорого для этого дивана. Ну как, у кого есть деньги, да? Тот покупает и пользуется, и, в общем, даже не обращает внимания на сумму. Но я его покупал с 50% скидкой. Вы представляете, я как увидел, я сразу же его заказал. Сразу же моментом. Вот я вам хочу показать вот на бумажке здесь, да? Вот. Купил я его за 795 евро. Это без доставки. Ну, плюс доставка у нас была 50 евро. В общем, считайте, да, сколько получилось. Доставка и сборка. Вот. Что еще можно здесь показать? Вот такой он на картинке, да? Потом вот так вот он раскладывается, да? А как он раскладывается, я вам сейчас покажу. Вот. Самое главное, я забыл сказать, от какой он фирмы. Фирма этого дивана, короче, этих диванов, от этой, блин, заговорился, короче. В общем, эти диваны делают на фирме Шатяу Дакс. Вот. Они, ихняя фабрика работает с 1948 года. Италия. Это нам дали такой гарантийный, как бы, гарантийную брошюрку. Если вдруг что-то случится, мы просто-напросто... Вот даже телефон их не есть. Если вам понадобится, вот сайт. Вот, вот. Кстати, это очень полезная информация. Заходите на сайт, смотрите, и, может быть, что-то подберете. Я так понимаю, что у них можно заказывать, они либо пришлют, либо, может, у вас в городе есть этой фирмы, как бы, агенты, да. В общем, этот номер телефона португальский, я так понимаю, но сайт тоже португальский, но на сайте вы можете хотя бы к чему-то присмотреться, да. Вот. Так что Шатяу Дакс, фабрикант от 1948 года, в стране Италии, да, вот такая гарантийная вот брошюрка. В общем, я ее ставлю в сторону, и сейчас я вам просто продемонстрирую. Еще раз скажу, вам вот смотрите, вам ничего не надо, вот обычно как диваны раскладываются, да, они раскладываются, надо подушки в стороны, туда-сюда, в общем, куча проблем, эти подушки некуда девать, в общем, вы сами не знаете, что с ними делать, а с этим диваном совсем все просто. Одной рукой, просто-напросто, вот здесь, а вот здесь вот, мы просто захватываем, да, просто вот как-нибудь так, чтобы не порвать, да, ну, хотя материал очень хороший, такой плотный, брезент такой какой-то мягкий, ну, когда садишься голым телом на него, да, вот спина голая туда-сюда, приятно для тела, вообще супер. В общем, вот так вот тянете, да, вот так вот тянете на себя, и это дело, просто-напросто все, вот даже подушечки тут у нас есть, смотрите, подушечки раз, в карманчике таком, это, кстати, надо было мне показать еще в начале, вот, это дело просто-напросто вот так вот берете, да, на себя тянете, и все, у вас двухспальная кровать, полноценная двухспальная кровать. Вы просто-напросто, ничего лишнего у вас нету, да? Как говорится, я еще раз говорил, бывает, что такие диваны раскладные. Надо подушки снять, 4 подушки, да? И где-то надо складывать в комнате. Здесь
все встроено. Вот все встроено, да? Наши подушки вот эти вот, они все остались внизу. Все внизу. Вот, пожалуйста. Все-все там внизу. Что сказать по матрасу? Матрас мягкий, очень мягкий. Отличный. Как бы там для здоровья что-то там я писал. Ой, вернее, писал, читал. Для здоровья этот матрас, короче, там чуть ли не 100% подходит для всех, да. У него внутри пружины, и сверху и снизу какой-то поролончик такой, какой-то супер-пупер, да, вот. Что еще сказать по матрасу? Матрас, я читал, там он имеет 14 сантиметров глубину, да. Вот я сейчас даже подниму матрас, посмотрим, что там внутри. Вот, вот такая вот конструкция, пожалуйста, да, видите? Сейчас еще приподниму. В общем, мне неудобно, да, одной рукой. Но вот такая вот конструкция, такие растяжечки. Все ровненько, все красивенько и так далее, да. Ну вот, смотрите, вот если кому-то понравился такой диванчик, да, как бы диван-трансформер, да, без лишних деталей, как говорится, да, то вот, пожалуйста, присмотритесь. Может быть, вам понравится, и вы такой же самый себе купите в вашу комнату, да. Можно купить два, поставить их рядышком, и будет отлично смотреться. Вот, сейчас я буду его складывать. Сейчас посмотрим сбоку немножко, может, кому-то что-то интересно. Вот. Ну, в общем, вот такой вид я вам показываю, да. Сейчас посмотрим, как он будет складываться у нас. Просто-напросто рукой вот так вот раз. Вот, кстати, вот здесь карманчики, да? В эти карманчики вы можете положить подушку, одеялы. В общем, я сейчас вытащу эти две подушечки, да? Чтоб нам было красиво потом в конце видно. Вот. Вот так вот он, еще раз показываю, выглядит, да? Просто-напросто берете, толкаете его. А, еще самое главное, что я забыл вам сказать. Самое главное, вот смотрите. Этот весь материал, полностью весь материал, который вы видите на диване, он полностью на липучках, видите? Он полностью снимается. Из этого выходит что у нас? То, что этот материал можно снять и постирать. Просто-напросто. Он нигде не прошит. Нигде. Вот он везде приклеен этими липучками. Вот здесь. Вот видите, вот здесь, вот там, там. Короче, и то же самое, мне вот нам так в магазине сказали, вернее, даже и при сборке, и в магазине. Этот материал можно снять, постирать, поставить на место, как говорится, да, и у вас будет диванчик как новенький. Не в каждом диване эта функция как бы существует, потому что материалы у нас пришитые, как обычно, да, и... Все это стареет, мы не можем ничего с этим сделать. И нам приходится выкидывать наши диваны и покупать какие-то накидки на них. В общем, еще раз говорю, это самая важная деталь, что этот материал, вернее, эту обшивку такого дивана можно стирать. Ну, стирается это в специализированных местах. Я думаю, что не при сильной температуре, потому что вы знаете, да, что любой материал при горячей температуре он сужается, да, съеживается, или как сказать. Вот. Для стирки этого материала нужен специалист. Вот. Ну все, в общем, я слаживаю его, вы уже знаете, да, здесь карманчики, здесь можно подушку поставить, или одну, или две. Также одеяло. Или простынь какую-то. И вот смотрите, раз, этот диван просто-напросто. Мы берем вот так вот, раз, подушечки просто подставим. И все, наш диван как новенький. Видите, ничего лишнего, ничего напрягающего. Вот смотрите, вот эти две подушечки еще дошли у нас с диваном. Как бы в придачу, да. Вот так их ставите. И у вас получается отличный дизайнчик, дизайнчик, да, или как сказать, дизайн, о, дизайн. В общем, вот с таким вот видеообзором
вот такого дивана под названием, как он это называется, уже забыл, Сомма, да, или как? В общем, диван под названием Сомма итальянской фабрики Шатяо Дакс я вам предоставил вот в таком вот видеообзоре. В общем, еще раз так углублюсь немножко. Покупался этот диван в Португалии. Покупали мы его в итальянском магазине, в специальном итальянском магазине от этой фирмы Шатяо Дакс, да? И ждали мы буквально 2 или 3 недели, пока нам его привезут. Привезли именно из Италии, все как положено, все доставили, все в пакетике, в посылке, в упаковке, все в клеенке было, куча бумаги. Мы остались довольны, заплатили и пожали друг другу руки. Да? Магазин нам, а мы магазину, так сказать. Ну все, с вами был Сергей с таким вот, можно сказать, обычным видеообзором на диваны. Да? Ну все, кому понравился этот диван, ставьте лайк. Кому он не понравился, ставьте лайк и пишите обязательно комментарии, потому что каждый дизлайк должен подтверждаться каким-то словом, потому что люди многие ставят дизлайк как бы просто так, да, а написать, почему он это сделал, почему он поставил палец вниз, да, он, как говорится, не удосужился, да. Ну все, с вами был Сергей из Португалии с таким вот обзором на диванчик под названием Сомма, да? Все, всем пока!